Доброе утро всем. У нас действительно доброе утро. Не знаю, как для Никиты, но меня это доброе утро сделало погода. Так как-то солнечно. Ну такое доброе утро. На пары с утра вставать, стипендия не пришла. Не знаю, что это доброе утро. Я не знаю. Стало. У меня доброе утро. Я иду и радуюсь жизни, потому что солнышко светит, на улице как бы не холодно. Хотя, по-моему, пока погода показывает минус 2, что-то такое. Ветра просто нет. Ну да, скорее всего. У нас тут снег где-нигде остался после вчерашнего. Я не успела вчера его увидеть. А так хотела увидеть первый снег. Вон лежит во дворе. Снежок у кого-то лежит. Пришли мы, в общем, в нашу такую столовочку покушать. Там Наритка платит, Никита пошел за вилочками. Получается, здесь у нас вот так вот все выглядит. И можно брать как на вес еду. А мы взяли как состав. У нас дневной состав, то есть картошка, свекла, котлетки. И там была еще курочка, рис и что-то еще. И компотик. На улице солнышко. Все так классно. Мы пришли в Бедронку, нам пришла в конце концов стипендия, и так, мы для такой мини-закупочку, надо фруктиков взять, смотри, мандаринки. Кстати, они мандаринки. Такие мягенькие, да, может быть классненькие. Апельсины? Да. Или лучше мандарины? Я не знаю, если сильно хочешь мандарины, то можешь взять пару штук. Возьмем сейчас пару мандаринчиков. Ты куда нам фрукты? Хлебушек. Бля, хлеб подорожал. А нету такого, как мы всегда берем? Ну, я не вижу. С оранжевой. Ладно, клади. 2.39. Клади. Поехали. Что нам надо? Бананы. Давай вот эти маленькие возьмем. Чего? А что небольшие? Не знаю, эти такие желтенькие, эти какие-то. Полежат. А тут за шкуру больше заплатишь. Мы дома. Никита сейчас там. Никита, там открыто! Секунда. Так вот, я вернулась. Побывали мы на одной паре, после чего покушали и должны были идти на пару, но ее отменили, не знаю почему, просто сказали, что не будет. Нет, так нет, а до следующей у нас 2 часа, и мы все решили дружно уйти. Потому что если пойдет только часть группы, то будет плохо. Пойдут все, нам ничего не сделают. Поэтому мы все ушли, зашли в магазинчик, прикупили немножко. Я не снимала прям все, потому что вышел бы ролик, не знаю, у нас на час. Поэтому сейчас покажу, что мы купили. Короче, так, купили мы хлебушек тостовый. Сразу его сюда. Взяли вот такую шоколадную пасту. Чокофин называется. К чаю. На хлеб будем мазать. Так, на скидках взяли... 2 шоколадки большие, Милка. Получается, если ты берешь 2 шоколадки, они выходят тебе в цену 1. А так как мы часто любим покушать шоколадки, вот возникает такая вот потребность, как вот хочется шоколада, то отличный вариант купить. И она же закрыта, может лежать. И если гости какие придут, то можно тоже будет открыть. Что у нас тут еще? Взяли чуть-чуть фруктиков. 4 мандаринки такие большие взяли на пробу, потому что не знаю, вкусные они уже или нет. Будем пробовать. Дальше. Меня тут нет. Творожок зерновой, который мы кушаем. Бананчики взяли. Тоже хочется фруктов. Давно мы вообще фрукты не ели. И прям аж требует организм. Прям хочется чего-нибудь такого. Так, в моей сумке все. Соусы у тебя, да? Не знаю, у тебя что-то есть.
Так, вот Никитина сумка. Взяли миндальное молоко, было на скидке и в хорошей цене. Решили попробовать. И, насколько я знаю, оно очень вкусное, полезное и сладенькое. У нас есть еще кофе. Вот мне прям хотелось кофе попить. Не знаю, прям вот такой вот. У меня случается раз в 3 месяца, раз в год. Иногда даже вот хочется прям очень кофе. Купили эти персики, такие концентрированные. Консервированные персики. Получается, я взяла себе такую иритка. Они шли в цене так очень выгодно, что покупаешь 2 баночки и платишь тогда там со скидкой хорошей. Взяли также на скидках соус наш татарский, который мы едим. И он очень быстро у нас заканчивается, очень вкусненький. Ко всему подходит. Так, что тут еще? Тут у тебя больше ничего нет, тетрадки. Ну и, естественно, самое главное. 24 рулона туалетной бумаги. Пусть будет на запас. На скидках все отлично. Принесла я миндальное молочко пробовать. Опробую. Ужас какой. Я думала, она сладенькая. Угу. Я разочарована. Угу. 7 злотых. Я думала, что она будет сладкая. Может, я не знаю, может, есть какие-то сладкие, но это вообще без сахара. Она какой-то овсянкой как будто отдает, нет? Как будто ешь овсянку без сахара. День добрый. Здравствуйте. Паша? Дякую, до свидания. Так, короче, привезли нам с намазу суши, что-то сейчас посмотрим. Заплатили $5 за это все. Тут идет такой салатик. Интересненький. Дальше. Соевый соус. И вот такой вот сет палочки. Блин, одни палочки положили. Надо, наверное, было сказать. Да. А нет, 22, все нормально. Новые вилочки. Держи. Да, $5. Тут у нас имбирь, какие-то ростки, такие большие сушенки и маленькие. Это, по-моему, с огурцом, как я вижу, с кунжутом, а здесь авокадо и кунжут. Сейчас будем пробовать. У нас уже вечерок, уже поздно, и мы едим творожок с малиновым вареньем. Вот Никита поел салатик еще. Не знаю, мне вот творожок на вечер отлично. Смотрит. А что это? Телефон с... Брат Пабло Эскобара представил телефон с гнущимся экраном за $500. Чё так дешево? Не знаю, чё. Ну, такую цену решил поставить. Чёрт его знает. Странно. Краб вышел из скайпа. Обиделся, видимо. Так у нас проходит вечер. Полвечера мы обсуждали, как будем отмечать Новый год с друзьями. Думали разные планы, вели беседы. Вроде пришли к единому мнению, но это еще неизвестно. Подошел наш день к концу. Был сегодня хороший день, считаю. Кристина, как да. Ты? Вообще нормально. Суши поели. Стипендия пришла. Я не знаю, это совпадение с тем, что я вчера воевал? Или это... Наверное, это, скорее всего, совпадение, что я вчера написал, накатал пост, наругал стипендиальную комиссию, и сегодня пришла стипендия. Но я буду думать, что это не совпадение, мне так легче на душе, мне кажется, что я что-то добился в этой жизни. Да, в общем, день хороший, пар последних не было. Покушали суши, получили деньги.
Кстати, отлично. За суши мы отдали 5 мало, долларов. 5 долларов отдали за... За такой хороший салат. За 14? За 14 знаю, суши на кисалат. Было, но я наелась, то есть я меньше половины съела. Я удовлетворил свое желание. Я очень долгое время смотрел на посты всякие видосы в Ютубе. Суши, да. И такой думал, блин, как хочется суши. А так покупать, типа, нет. Не в кайф, когда денег немного, там, на самое нужное. И вот пришла стипендия, потому что за 3 месяца нам бабки прислали. За 3! А на 2 это за 6? За 6 на 2! И уже купили суши, а короче, нормально. Можно себя хорошо чувствовать. Кстати, если кому-то интересно то, что я показывала продукты, то в сумме у нас вышло это на... 20 долларов, да? Ну. Даже меньше, чуть меньше, чем 20 долларов. То есть, на самом деле, очень много всего мы купили. Ну, так дронки всегда не знаю. Главное словить скидки и главное не нарваться. Газетку на читать надо, газетку. Да. Не нарваться на такие скидки, что ты видишь, о, что-то на скидке, ну возьму. Не брать, если это не надо. А вот как раз вот мы хотели купить шоколадки, ну хотя бы одну. И увидели, что вот такая хорошая акция, взяли. Соус, мы его съедаем постоянно. Взяли. И поэтому в будущем нам не нужно будет это покупать. Экономим. Да. Будем с вами прощаться. День уже подошел к концу. Ложимся мы спать. Монтируем видео. Завтра на пары на 8 утра. Ужас. Ну, не все же дни должны быть хорошие, правильно? Не обязательно, чтобы день был плохой, если надо на пары идти. До скорых встреч всем. Пока-пока.